Только винтовочка. А, ой, не туда совершенно, но было красиво. Не-не-не-не-не, давай, раз. А тебя уже не успею. Два. Да, действительно, случайно. Давай. Ой! Вообще насрать ему, просто насрать. Вообще его можно убить или нет? Тяжело было. Сука! Бесит! Сука! Ты чё срал тут? Ты чё тут срал? Не-не-не-не-не-не! Так, тихо! Да стреляй, стреляй, стреляй! В голову стреляй! Твою мать! Приноси удар с ноги! Привет, дружище! Меня зовут Дмитрий, ты на канале Дубровский Плей. Мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4 Remake. Остановились мы на том, что пообщались с торговцем, он нам впарил пистолет, винтовочку. До этого были в плену, встретились с каким-то смазливым чувачком. Вот, и теперь нам надо двигаться дальше. Так, куда нам двигаться? Смотри, вот есть дополнительная. Правильно? Цель. Как понять? Подожди, вот. Да, дополнительная цель. И церковь. Идите к церкви. Все, значит, просто и берем и идем к церкви. Можем мы идти к церкви? А, подожди, какая-то шестерня. А, мы не можем идти к церкви. А, ну тогда пойдем сюда. Правильно? Ну да. Тогда пойдем сюда. Так, винтовочка. Есть? Опа. Ну-ка попробуем. Не надо со мной так разговаривать. Вот так вот. Ой, с одного раза. Хорошо, хорошо, все. Так, перезаряжаемся. Забираем. Так, поднялись, поехали. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Ой, народу сколько, а. Ну-ка, давай посмотрим, как у нас винтовочка-то работает. Так, главное, чтобы я тоже хорошо работал, а не только винтовочка. А, ой, не туда совершенно, но было красиво. Было красиво. Так, ты отдыхай. Еще кто? Они стоят, они не могут сюда пройти. Иначе бы они уж давно ко мне пришли, конечно. Так, и раз. Так, хорошо. И следующий раз. Вот, нормально. Поменяем магазинчик, поменяем патроны. Давай, следующее. Вот у нас бабулечка какая-то красивая. Ай, отдыхай, отдыхай, родная. Я же не виноват, что ты чем-то заражена, сошла с ума. Кто? Кто кряхтит? Кто кряхтит? Давай, должны быть еще кто-то. Мне нужно, чтобы еще кто-то вышел, чтобы я уже потом с вами в рукопашную не состязался. Так, так, музыка пошла, давай. Ну, давай, выходи. Кто-нибудь, выходи. Эй, кто-нибудь. Нет? Нету, да, никого? Ну, нет, так нет. Тогда давай пистолет возьмем. Пойдем. Оп, сейчас кто-нибудь прям прибежит, я чувствую. Да, да, конечно. О, материалы. Хорошо. Иди сюда. А, ты мой хороший. Давай, 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 давай. И вот так вот. И вот так, нормально. Ой, хорошо. Ой, славно. Так, отходим, отходим, отходим. Опа. Слышь. Ой, а по-моему, им пофиг. По-моему, не достало, да? Угу. Кто там? Ага, вижу. Хорошо, что вы себя выдаете голосом. Это прям очень удобно. Если бы этого не было, было бы сложнее намного. Да блин. Ты не беги так сильно. Оп, сейчас взорвется. Да почему тебе пофиг? Она аж взорвалась. Сейчас топор полетит. Оп. Как ты долго уклоняешься. Бежим, бежим. Не надо. Блин, сейчас еще взорвется. Нет. Спасибо. Спасибо. Было приятно. Но нет. Было приятно, но нет. Ой, господи. Так, хорошо. Хорошо, продолжаем. Один. Где еще? Да сам такой. Два. Угу. Так, здесь я в безопасности, могут бежать сколько угодно, но они не бегут. Они не бегут почему-то.
Они считают, что зачем бежать за этим чувачком, если он сам обязательно слезет. Так. Ты что там стало? Угу. Так, еще где-то должен быть. По-моему, было больше на один. А, вон, 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 смотри. Так, есть. Теки-тасаи. Теки-тасаи. Вот вы вместо того, чтобы там что-то говниться, вы же бы нормально бы с вами пострелялись издалека. Хорошо, что у них нет огнестрела, кстати. Это прям здорово. Но, конечно, не очень удобно. Так, смотри, в прошлый раз я... О, яйцо. Яйцо, хорошо. Я не подлечился. И это со мной сыграло очень злую шутку. Так. Не-не-не-не-не. Давай, раз. А тебя уже не успею. Два. Да, действительно, случайно. Так, этот сейчас встанет, этот сейчас встанет. Добей его. Хорошо, нормально, нормально. Так, а ты чё, еще не сдох, что ли? Да что ж с тобой такое-то? Все, я надеюсь. Все, упокоился. Так, тихо. Вот так. Еще. Вот так. Давай. И раз. Так, отходим, отходим, отходим. Перезаряжайся. Так, хорошо, держим. Нормально, лежит. Так, граната. Быстро, быстро кидаем гранату. Кидай гранату им. Куда ты ее кинул? Ой. Ладно, нормально, нормально, нормально. Так, отходим, 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 отходим. Опа. И опа. Ага, и опа. Давай, 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 давай. Надеюсь, не со мной вместе взорвется. Отходим, 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 отходим. Так, 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 так. О, так, держим, держим. Все нормально. Не надо сюда вот этого вашего кидать мне. И раз. Не попал. И раз. Попал, но толку мало. Опять что-то поджигает там. Ой. Ну что ты задумал? Вот, все, отдыхай за своей гранатой сам. Динамитом, точнее. Надо быть точнее, это динамит. Где? Вон он. Не надо. Да. А так. Вот так. Да что он мне обездвижился-то? Вот так. Дорезай. Все, не надо дорезать. Ну круто, круто, только толку-то. Мы даже не можем от входа от деревни уйти. Когда они кончатся уже? Так. Ой, короче, пойдем сюда. Пойдем в этот дом. А, не пойдем. Не открыть. Не открыть, да. А так, смотри. А вот так открыть. Ладно. Желтая трава. Ну-ка, подожди. Желтая трава. Создать. Смесь трав. Отлично. Я теперь весь в травах. Весь в смесях, я бы даже сказал. Так, и чё? А, вот почему не открыть. Хорошо. Так, а я могу же по всяким домам прятаться, правильно, от них? Ну так, в теории. Но они все равно будут за мной лезть. Наверх я туда не залезу, это слишком высоко. Там, знаете. Опа! На тебе! На тебе! Вот так, отдыхай! Патроны, 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 патроны. Ай! Чё это за хрень? Пошли наверх. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, уходим, уходим, уходим. Так, писеты почему-то здесь лежат. Че, че, идут, идут? Ай, конечно, конечно, конечно. Да уйди ты отсюда. Давай. Да куда ты полез? Нет, нет. Ай, зачем ты слез? Придурок. Давай наверх, давай наверх. Блин, давай наверх, говорю. Так, тихо, тихо, давай, 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 давай. Возьми дробаш, возьми дробаш. Где они? Что такое? Подожди. Ай, некогда. А, уходи отсюда. Так, я сейчас тебе... Только не вздумай слезать, я тебя умоляю. Ага. Ага. Хорошо. Сюда никто ко мне больше не идет. Проход. Ух, прям бесите меня. На, туда им. Ты чё, слышь? Блин, я думал, тут нет прохода. А он у них есть. Ты можешь... Так, подожди. Они ругаются односложно достаточно. Где он? Вот он. Да нет!
Мне не нравится этих вот рычания. Все? Нет, смотри, живой. На тебе. Давай, 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 давай. Да. Прям бальзам на душу. А ты еще жив? Я думал, это твои пистолеты, патроны. Нет, это не его. Бэм, бэм в ухо. Давай, 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 давай. Бэм, отдыхай. Дорезай, дорезай, дорезай. Ножик сломал, ты мне ножик сломал, урод. Что это такое? О, то, что надо. Все, могу валить отсюда. Или не могу, я не понимаю. Идет, смотри, идет, идет. Патроны, перезаряжаемся. Там никого нет, все нормально. Хватит лезть. Еще кто-то идет, да? Еще? Да ты что ж ты? Что ж ты такой упоротый-то? Упертый, не упоротый, упертый. Смотри, все равно упертый, да? Нет, все. И сдох. Все, пошли отсюда. Раз. Пистолет, ага, патрончик. А, граната, нет, это не то. Слушай, а пистолетный патрон-то кончается. Идет, смотри, 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 смотри. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. И еще. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот так вот, давай, и в ухо. Все, лег. Давай, лежи. Лежи, не дергайся. Лежи, не дергайся. Так, нормально. Нормально. Дальше. Пойдем в дом, зайдем. Там куча барахла было. Опа. Опа. Там... Да что ж такое-то? Где? Где-то здесь. Сейчас просто в дом зайду, а он там сидит. Да? Нет? Да, говорит. Где ты? Вон он. Вон он, смотри. Он в доме. Ну пойдем отсюда. Подойдем. Неудобно. Неудобно. Вон он лезет. На тебе. На тебе. Как они выживают после стольких попаданий? Типа, ой, царапина. Смотри, опять. Мне нужно пистолет прокачивать. По-моему, предыдущий пистолет был посильнее. Я, мне кажется, зря этот взял. Патронов уходит больше. Вот, патроны. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Все? Все, я надеюсь? Или вы еще попрете? Это что? О. Хорошо. Так, это я выйду сейчас, подожди. Здесь что? А, это... Все, я понял. Это был вход, в который я вошел. Так, мне здесь, в принципе, делать-то больше нечего. Наверх туда можно сходить, да? А, там дверь. Вон там поворот. Поворот двери. Делать-то, конечно, мне здесь больше нечего, но дверь открыть надо. Если я дверь не открою, я отсюда не выйду. Вот. Ой, господи. На. На. Так, подожди, мне это не нравится. По-моему, сзади еще идут. Да, вот, смотри, видишь? Давай. Вот ты ж мой ласковый. Да-да-да, я не нарочно. Не надо, мать. Не подходи ко мне. Просто стреляешь в нее, ей вообще поху. Просто плевать вообще на все. С дороги. Ты все? Я надеюсь. Я очень надеюсь, что ты все. Смотри. Смотри. Не попал? Мне казалось, попал. Да сейчас-то я точно попал. Ну, сейчас не попал, да. На тебе. Ты бессмертная какая, а? На. Отдыхай. Я когда-нибудь, настанет тот день, когда я привыкну к этой игре, и она будет доставлять мне только лишь расслабленное удовольствие и наслаждение. Потому что на данный момент, вот прям в данную секунду времени, я немножко горю прям с нее. Где, бать, мать? Мать, ты где? Сейчас залезет куда-нибудь, да? В любом залезет. Эти скалолазы те еще. Это мой? А, нет, он идет. Блин, 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 не успел, не успел, не успел. Вот так, вот так. Вот так.
Упоротая какая. Ну, упоротая, я в смысле, опять же, упорная. Упорная, упоротая бабишка. Кстати, что-то зомбарей давно не было. Ну ладно. Может, они вылечились все разом. Открой дверь. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Все, пойдем отсюда. Пойдем отсюда, это место проклятое. Это место проклятое. Я не хочу здесь находиться. Мне здесь не нравится. Здесь фу противно. Пойдем. Не успею, не успею, не успею. Сейчас как вилами даст. Не, нормально. А, все, 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 все. Уходим, 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 выходим. Опять тут что-то поджигает. Все, не хочу с тобой ничего вообще иметь общего. До свидания. Я пошел. Все, пока. Да что ж такое-то, смотри. Продолжают приставать ко мне. Пойдут за мной, не? Я не знаю, они воскресают, что ли? Что, что это такое? Почему? Почему они бесконечны? Так, я набрал денег. Использовать, да, пожалуйста. Не, подожди. Вот так. Вот так. Вот так. Да? Ёбарст. Как сложно. А еще двери! В смысле? У меня нет больше ключей. Так, писеты. Торговец на... Подожди. А, он на месте, все. Давай ее тут. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Не зря, не зря. Так, сохраниться надо. Сохранить игру. Давай сюда. Хорошо. Отлично. Привет. Так. Что улучшить. Могу предложить? Починить нож. Смотри, если хочешь остаться в дорого. Живых, улучшай свое снаряжение. Да, 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 вот пистолет надо улучшить, потому что это невозможно вообще. Просто невозможно. Давай, надо улучшить. Держи. Дорого, все, но как надо. Ты хотел. Так, дробовик. Дробовик. У нас 5, будет 6. Но у меня патронов на дробовик. Винтовка. За ножом надо регулярно ухаживать. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Так, все, у него особо больше есть, ничего нет. Перед тобой. Обменять. Обменять мне не на что. Продать что я могу. Смотри, рубин не могу продать. А я не готов починил, да? Купить почти все. Подожди секунду. Нет, не надо продавать. Хранилище. Подожди, родной, подожди. Как понять, насколько мой нож лучше, чем кухонный? Ну, 5000 стоит починить. 5000 стоит починить. А он, по-моему, не намного-то лучше. Ну, я особо не заметил пока. Ладно, посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, и мне Итак, это еще аукнется. Чем я могу тебе помочь? Приходи в любое время. Проблема кухонных ножей в том, что они могут тоже сломаться. Возможно, даже быстро. Так, ладно, надо было сохраняться, наверное, после того, как я эту хрень починил. Ну ладно, давай перезаписать. Все, пойдем посмотрим, можно ли выйти дальше. Да, нормально. Ну, слава богу. Слава богу, можно выйти дальше. Пистолетных патронов у меня нет. Ты злой? Ой. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Только не оборачивайся. Сам такой. Да не оборачивайся ты. Ну подожди. Да блин, нет, 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 нет. Ой, у него дружбан тут был. Опа, и раз. А дружбана? Тихо. Так. Раз. Хорошо. Все, обоих зарезал. Так, нужно яйцо. Блин, зачем я яйца продал? И вообще прикольные. Опять идут. Опять идут, смотри, а. Ну что ж ты мучаешься-то? Ну не мучайся. Не мучайся. Отдыхай, просто отдыхай. Это что такое? О, нормально. Так. Значит так. Где я? Мне туда. Ну хорошо. Туда так туда. Пойдем. Это что, можно пролезть?
Да, смотри, можно пролезть. Опа, материалы. И, наверное... Подожди, наверное, кого-то обойти со спины, типа. Не, никого нету. Ну, нет, так нет. Здесь что? Что там? Сапфир. Красиво. Красиво, будем что-нибудь продавать, инкрустировать, делать красивые вещи. Ну, почему бы нет? Может быть, я ювелиром устроюсь. Тоже хорошая профессия. Очень прибыльная. Очень прибыльная. Медвежатником, наверное. Ну, медвежатником не в смысле вором, а в смысле тот, кто ставит медвежьи капканы на людей. Этим я не буду. О, какой ворон, смотри. Какой красивый. Так, сейчас я тебе говорю. Вот прям сейчас кто-нибудь прыгнет на меня, вылезет. Ой, я уже к этому привык. Ну-ка, что там? А что там? Не понял. Это там внутри, в смысле? Пойдем посмотрим. Так, капканы. Мины, капканы. Опа. Вот там. Мины, капканы. Патроны для дробовика. Нету капканов? Да по-любому где-то есть. У входа в дом? В доме? Не знаю, я уже этот... Опа. Записи о куклах. Их влияние уже не то, что прежде. Уничтожай кукол. Не давай спуску этим аристократам. Каких кукол? Тут есть куклы? Я не вижу. А здесь? Хоть одну куклу видишь? Вот, смотри, вот он лежит. Вот это я уже заметил. Не-не-не-не-не. Давай без бензопил, ладно? Слышь, я не готов. Ну отстань, пожалуйста. Не надо. Ну зачем? Смотри, стоит. Блин, перезарядись ты, господи. Да перезарядись быстрее! Твою мать! Валим отсюда нахер пошли! Сука! Да уходи, блядь! Блин, тупой урод! Я что-то горю прям с этой игры. Да уходите вы отсюда! Он сдохнет, нет, сегодня? Ему вообще похер на меня, просто. Вообще насрать на меня. Валим отсюда. Валим, 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 валим. Блядь! Да я же не было его! Пошли нахер отсюда! Уходи, блин! Придурок. Я... Сука, я здесь не выйду, да? Блин! Почему я заранее не перезарядился? Опа, опа, опа! Давай, 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 давай! Нет! Теперь все, уходи, теперь уже уходи, теперь уже уходи! Уходи! Давай, 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 давай! Так! Вообще ему насрать на меня! Вообще насрать! Давай, 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 давай! Ой! Вообще насрать ему! Просто насрать! Не подходи к нему близко! Отходим, отходим, отходим! Да, да блин, не стой! Висячая игра! Уходи, уходи! Сука! Когда он сдохнет? Это, блин, средний уровень сложности! Средний! Средний! Что ж будет на этом-то? Вообще его можно убить или нет? Тяжело было. Сука! Бесит! Изумруд. Ладно. Я больше всего подгорал, потому что я переживал, что его невозможно убить вообще. И тогда мне трындец. Потому что я в тупике. Но его можно убить. Капканы. Вообще просто. Блаженство. Это не игра, это блаженство. Ладно, я немножечко сейчас подуспокоюсь, и все будет хорошо. Давай скрафтим с тобой. Давай скрафтим. Ой, смотри, сколько у нас всего. Давай создадим патроны для пистолета. Да, теперь у нас их стало больше. Хорошо. И это что такое? Патроны для винтовки. Давай сделаем патроны для винтовки. Теперь у нас нет пороха, но есть патроны для винтовки.
которую ты очень долго перезаряжал. Да, мог бы перезарядить быстрее, и мы бы его ушатали намного-намного быстрее. Это что за мина? Кто ее поставил? Я же тут ходил. Подожди, или я тут не ходил? А, не, я сюда еще не дошел. Так тут этот был утырок. Все, можно идти? Спасибо. Пистолет возьми. Так. Мне бы сохраниться. Но нельзя. Хорошо. Ладно, я надеюсь, что это был босс локации. Что такое? Вон там еще один закрытый уже. Так. Где я? А, это доп. Какая-то вот эта миссия. Там куда-то налево. Можно здесь зайти? Нельзя. Заперто. Ну подожди, это еще не значит, что совсем нельзя. Вот это же, ну они же закрытые, правильно? Вот это открытый. Ага. Так. Как-то можно залезть туда. Ну должно быть как-то, иначе в чем смысл дополнительной миссии, я не понимаю. О, увидел. Увидел. Увидел в траве эту жесть. А, так. Фу-фу-фу-фу-фу, какая мерзость. Какая фу мерзость. Фу-бяка-кака. Не могу. Так, а вот дверь. Ну, хорошо. Фонарик включи. Свет включился. Патрон на месте. Опа, а это что? Вот иди. Сука! Ты чё, срал тут? Ты чё тут срал? Извини, мужик, я тебе помешал, но, блин. Кто так туалеты делает? Это же чулан под лестницей. Это же не должно быть туалетом. Пойдем наверх. Сейчас что-нибудь заскрипит. Ай, блин. Фу, господи, как он меня напугал. О, печатная машинка. Нет, подожди, давай сюда сохранимся. Ужасно. Ладно, все, можно выдохнуть. Я теперь не должен. Ну, то есть, даже если я сдохну, это уже не так страшно. Иллюминадос 4.3. Люди преклонялись перед своим господином и приносили в дар самое ценное, что у них было. Старый фермер принес свой лучший урожай. Худощавый свинопас отдал самого упитанного хряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердцу ребенка. Господин увидел эти дары и возрадовался. Молодец. Молодец, что я могу сказать. Господин, это, видимо, ну, не знаю, или господин, или такой перевод, господь. Опять-таки у нас ничего нету, но там я на первом этаже что-то видел, похожей формы. Возможно, это оно. Пойдем посмотрим. Вон висит. А, нет, это не то. Щат. Подожди. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Это можно открыть? О, хорошо. Спасибо. Так, кто-то выпендрился перед соседями. Ну да, учитывая, как плохо здесь все живут, эти живут нормально. О, яйцо. Хорошо. Мне подлечиться не надо? Надо. Вот как раз яйцо. Я могу, кстати, сделать смесь трав. Это красная трава. Подожди. Какая же она красная? Она фиолетовая. Манщики. Ладно. Так. Это что такое? Маленький ключик. У меня уже второй, кстати. Я не знаю, что им открывать. Наверное, что-то здесь. Не знаю. Какой-нибудь секрет. Что за фотки? Действительно. Что за фотки? А что, смотреть не будем? Все, просто посмотрели. Ну ладно. Так, вот еще что тут у нас такое. У них какой-то этот крест. Ага. Подожди. Опа. Ну и чё? Как-то это можно? А, вот. Фотография семьи. Наконец-то, плоть от нашей плоти, кровь от нашей крови. Вознесем благодарение и возрадуемся. Я понял тебя. Вот, у них этот крест какой-то, он везде у них. Ну как, я не знаю. Атрибут поклонения или... Или орудие убийства, может быть. С этим тоже пока не ясно. Чё там, подожди. Шкафчик. Граната. Граната, это, конечно, прикольно, но... Это же надо уметь кидать. О, 1000 песетов.
Ну, хорошо. Чё? Я, наверное, должен был там что-то увидеть. Подожди. Стой. Как по мне фонарик-то, чтобы он доставал еще и по моему желанию? Может, это как-то возможно сделать? Я просто не в курсе. Я просто ленивая жопа, которая не хочет посмотреть в настройках. Телефон. Так, стой. Ну-ка еще раз, подожди. Горошек. А что там было нарисовано? Я уже забыл. Я уже забыл, что там было нарисовано. Так, 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 так. Что у нас тут есть? Ну давай еще раз фотки посмотрим. Ну, там же не видно ничего. Правильно? Может, на фотках есть камин этот? Ну не видно. Не видно. Я тебе говорю. А вот еще что-то. А, ну... Ну ладно, тоже хорошо. Так. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Везде эти кресты странные. Блин, загадки, загадки, загадки. Ну, хорошо, давай еще раз. Ой, подожди, а как этот? Вот документы, да? А, плоть от нашей плоти, кровь от нашей крови. Это ничего не понятно. А, вот, подожди. Старый фермер принес свой лучший урожай. Худощавый свинопас отдал своего упитанного хряка. Нищая старуха пожертвовала урожай, хряк, ребенок. Вот. Я догадался. Я догадался, да, да, сам там, там. А, так, подожди, свой лучший урожай. Это хряк? Это явно не хряк. Ну вот. Да, все. Забирай. Хрустальный шарик? А что это такое? Это уже все выполнено? А, нет, не выполнено, подожди. Так, это я забрал. Еще вот эта штучка. И, собственно... Какая-то, какое-то доп. Задание. А, подожди, у меня там было отверстие наверху, которое я не вскрыл. Сука, идет. Идет, блядь, тварь. Идет, идет. Уйди нахер. Уйди, 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 уйди. Не надо, не подходи ко мне, господи. Откуда он выбрался? Нет патронов для дробовика. Отстой. Ладно. Мерзость. Откуда ты пришел? Опять здесь кто-нибудь сидит, да? Опять кто-нибудь гадит? Нет? Ничего тут нету, может тут какие-нибудь эти... Открывашечки. Слушай, ну наверху там есть этот... Давай еще раз сохранимся. Я что-то подгораю немножко. Надо сохраняться как можно чаще. Ну, не супер часто, а то с ума можно сойти. Так, продолжаем. Небольшой технический сбой был. Так, значит, у нас тут вот дверь. Так, шарик, да? Ну, давай. И чё? Опа! Что за хрень? Тихо-тихо-тихо-тихо. О, ну-ка, похоже. Нет. Подожди. Давай вот так. Господи. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, да, вошло. Хорошо, вошло. Хорошо, вошло. Так, что у нас тут? Ну, эти сектантские... Эти... Деревенская хроника, часть 3, 10 октября. Очень странная погода в последнее время. Пшеница увяла, а коровы отощали. Видно, что люди голодают. Но хотя у нас нет инструментов для работы в поле, приказы владыки Седлера следует выполнять беспрекословно. 30 января. 30 человек умерли от голода. Придется заколоть 5 коров. 11 марта. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. 6 избранных отправлены к владыке Седлеру. Апрель. Сегодня еще 8. Сегодня еще 4. Сегодня еще 11. Они уже даже перестали даты писать. 2 чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. Ага, ну то есть это мерзкие сектанты. Когда они никого не найдут, тогда они отправляют своих кого-то по жребию. А если находят, тогда уже... Это уже как получится. Так, подожди, патроны. Это что такое? Опа. Че это? А ну-ка забери. Не понял. Опа. Лесенка? А я не достану. Мне нужен второй человек.
Ну ладно. Оп, какой ключик с символом. Интересно. Так, сейчас что-то будет по-любому. По-любому что-то будет. Не-не-не-не-не-не. Так, тихо. Да стреляй, стреляй, стреляй. В голову стреляй. Твою мать. Приноси удар с ноги. Не трогай меня. Не подходи. Ай, рука. Оставит меня. Ой, за горло не бери. Задушишь. Ай, отстань. Куда ты меня потащил? Я не хочу на свежий воздух. Твоя кровь приняла удар. Это он же мне укол делал, да? Опа, это кто? Ой, она! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Это она! Ну, ты понял, да? Та самая. Фу, какой он гадкий, какой он мерзкий. Фу, все, не трогай меня. Отстань от меня. Уходи. Дар в моей крови. Какой дар? Ну-ка, поясни. Глава завершена. Печатающая машинка, да, конечно. Давай, надо сохраниться. Надо сохраниться. Так. Хорошо. Дальше чем? Результат игры. Дар в крови. Ладно. Время в главе 52. Ну, наверное, да. Убито врагов 49, смертей 1. Меткость все примерно то же самое, ранение 5. Да что такое меню-пауза, подожди. Я тебя понял. Ну ладно. Тогда давай, наверное, на этом закончим. Сегодня будет такая аккуратненькая, компактненькая серия. В общем, подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь лайки, заходи в Телеграм, ВКонтакте, везде, где сможешь меня найти. Я тебя буду ждать, прям ждать, сидеть и ждать, а может не буду. Ладно, посмотрим. В общем, пока.